Подожди. Сегодня днем возле дома номер 16 по улице Заводской в Находке прогремел взрыв. По предварительной информации, мужчина нашел гранату и показал друзьям, потом решили разобрать, и взрыв прогремел на пустыре рядом с домом. Мы телевидение. А что случилось, скажите? Что-то страшное. Не, ну что, ну предварительная информация, что-то взорвалось. Скорее всего, граната. Ну, либо самодельное взрывное устройство. Два варианта. А как вообще было, все происходило? Да я не знаю, я сам пришел только вот спустя там... Некоторое... То есть вы сами взрыв не слышали? Нет. Спасибо. А, взрыв, ну мы думали, что может быть баллон, ну, хлопок, по дороге. Хлопок такой. Ну он такой глухой был, потому что не на улице. То есть не на улице, не на пустыре, как сообщили?